Вот мы встретились. Пошли на прогулку. Встретились, он корову идет. Корову, вернее. Пойдемте. Мы пройдем подальше. Крепко держи, смотри. Пойдемте вот по этому краю. Потом смотрите, вот так вот я вот так вот. Корловки наши потеряевские. Стоят. Скоро пойдут уже до дому. Ребята, сестра пасет. Сейчас они уставятся, коровы. Мы просто не добежим, будем крепко все поедем. Вот смотри на это. Они как выражают? Не особо симпатию выражают, да? Ну, как бы любопытство у них. Они еще понимать, не могут понять, что это такое. Все смотрят головы. Прячет от фотоаппарата. Шесть загонять надо уже. Ну, пусть это я. Они до скольки может? До 7 сегодня пасут? Подальше мне так найду, чтобы они не говорили, что не давали догонять. Видишь, как бросила коробку, все, это ямщики. Фотоаппараты болят. Видишь, фотоаппараты болят. Она ушла, этот брус бросила тобой. Это же из дома идет совсем. Я на корову бросил, сейчас гнать уже пора, встречают. Спряталась, подделили, там стоит. Вот такое дело. Вот на фоне коров, это хорошие снимки, это не всегда сделаешь. То есть она спряталась из-за фотокамеры там, Елена. А родители приучили прятать фотоаппарат, все. Этот человек в этом мире будет жить.
И везде он будет создавать вот эту шероховатость. Вас фотографируют? Это медь отошла, бросила табу, стоит вообще доказывать. Вам это надо? Вы были там, где не прячется. Самое старье я вам вытащил на встречу. И не боятся разговаривать, все. Владимир, а можете это я хотел лапки сфотографировать? А, ну да. Стойте. Давайте. Собаки, хорошие снимки. Сережа, оставь собаку. Сейчас у вас одного потом. Поближе. Сейчас подожди. Сидеть. Лена. Посади его. Шарик. Так, смотрим. Спасибо. Коробки. Интересно, перестоять здесь, никуда не уходим. Мы не мешаем, намного дальше находимся. Бросила туда, все ушло. Успевай сейчас. Шерешак. Пошли, пошли. Пошла. Это Людмила была. Людмила, да. На барина так работал, барин успехал, не говорит. Работать больше не будет, а только в комнате сидеть. Все вам слуги принесу, все у вас есть. Но на столе одна тарелка, закрытая другой тарелкой, туда не заглядывать. Ну, немного, совсем. Ну, пожалуйста, вот они деньги. Ночь стали сны рассказывать, что исполнила желание работать, руки белые будут, как у барыни. Все. Потом у нас Степанида говорит, ну, что там есть? У нас все есть. Ну там что-то есть такое пирожное, там, ну кромочку только бы откусить, или, ну посмотреть и лизнуть хотя бы языком. Пахом согласился. Я
Она только приоткрыла, как мышка оттуда выпрыгнула, голодная-то. Она, ой, тарелка сразу в пол, оп, барин дверь открыл. Так, что случилось? Вам эта жизнь не нравилась? Нравилась. Ну договорились, и вы согласились, что не будете. Зачем вы заглянули? Не зачем, так идите работайте на поле. В этом какой-то смысл есть? Да, на райское яблоко похоже. Да, вот вам сказали, что нельзя там и яблоко. Нельзя было. Зачем вы к этому плодушке коснулись? Зачем-то отпустило, не хватало. Мы говорим, вот такие гранаты, яблоки перечисляем. Там все было в раю. Все, что только у нас можно подумать, Бог не творил, потому что Он сотворил уже. И нигде этого не было, чтобы Господь заново творил отдельную там какую-то специальную для человека. Нет, нет. Ты написал, окончил Бог дела. Отсюда вывод делайте. И для себя. Нет, значит, нельзя, на этом все нельзя. Он сказал, допустим, среда, пятница, постная. Ну трудно ли это? Но канон, правила отлучают на 2 года, кто пост не соблюдает. А что, еды никакой не хватает? Еды хватает. А зачем? Страха Божьего нет. Но, так, вы что хотели, не знаю, в основном, видели? Да. Вот у меня были, мы были у Андрея, ну, видите сами, быка зарезал, и в обед я смотрю, все, его еще нет, далеко увозили. Ему надо продать. Были с теми, кто не вышел. Вы, я хочу услышать, когда вы подошли, как вы через дверь? Еще сказали. Ну сказали, что. А? Она сказала, что занята. А, ну, так как мы представились? Да. Мы сказали, что можно. Мы справились. Можно пару вопросов вам задать. Да. Она что? Она что, она занята очень. Занята. Солгала. Пару вопросов. Одна сидит сутками. Ну ясно дело, что ты никак не может быть так человек занят, что вам вопросы не ответишь. Нет, это ложь постоянная, везде она ни во что ставится. Она запрещена, она дьявола. Дьявол отец. Ну да, по-хорошему можно было бы сказать, что ну, не хочу. Ну да. Я не хочу так. Не побегут они туда. Нет. Еще туда, он пройдет, она уже их домой угнала. Пойдемте немножко, пройдемся.